Alo. Тёщика. Привет. Как кто? Ваш зятёк ещё в пальто. Как какой зятёк? То, что обещал вашу дочурку сделать счастливой. Но это пока не вышло, тёща. Что, 25 лет прошло-то рано. Не-не-не, что, из какой пивнушки, тёща? Что, пацан по пивнушкам бегает? Не-не, я вам по-взрослому. Из вытрезвителя звоню. Да, вспотел тёща. Тут жара такая. Случайно попал, тёща. А вышел ночью из казино в трусах. А извините, а в чем же ночью из казино? Не-не-не, у своих, тёща. Тут эти два сержанта-милиционера подошли, говорят, дыхни. Дыхнул тёщенька. Не-не-не, все нормально, тёщенька. Они тоже здесь лежат оба. И собачка их не овчарка. Не держат дыхалку. Лимита, да. Нет, тёщенька, звоню узнать, как ваше здоровье. Дома у звонка лучше было? Буду чаще звонить. Нет, тёщенька, я чего звоню? Их не начальник, капитан, сказал, если какая теща своего зятька заберет из вытрезвителя, ну, сама, то он мало того, что отпустит, еще с собой, извините, бутылку даст. Не, ну не вам, пострадавшим. Не понял. Не-не-не, не сегодня придумал, теща. Это он год назад. Извините. Нет, тещенька, вытираю. Вот. Да, тут парилка. Ну, топит сильно. Да, берегут нас. Я извиняюсь. Алло, тещенька, нет. Пока ни одна теща своего зятька не забрала. Нет таких дур. Может, вы начнете это движение? Да нет, теща, я не намекаю, просто, извините, ну, как вам сказать? Я же к вам хорошо отношусь. Почему вы меня не заберете? Что я вам плохого сделал? Сколько я вам по жизни сделал добра? А сколько я чего готовлю? Я отношусь к вам как к человеку. Хотя противопоказания есть. И тесте вашего ежиком прическу ваш муж? Я же к нему по-человечески. И с дочуркой вашего у меня совместное производство. Какое? Ну, это, дочка у меня, ваша внучка. У вас внук? А, какая небылица-то. Значит, у меня что, сын? Вот так вот сын, да. Вот теща. Не, я к чему говорю? Хотел просто вас поздравить с днем рождения, вот звоню. У вас же, как всегда, зимой следующий, да? Летом? Вот как вас скрутило-то. Не, а я чего? Просто хотел спросить, какой подарок? Лучше подарок, чтобы не приходил? Вообще? Теща, это дорогой подарок, извиняюсь. Это я не потяну. Нет, я хочу сказать, теща, подождите. Вот у меня пацан валяется, мой друг, без памяти. Он своей теще батут подарил. Батут. Высота прыжка 5 метров. 5. А у их потолок 2,5. Прыгнула. Она прыгнула. Все, ничего, все нормально. Нормально. Сейчас у его другая теща. Вот он празднует. Ничего я не намекаю, теща. Вы же вспомните, я с вами обои клеил. Помните, когда еще стена на вас упала? Вы не помните? А, ну, конечно, с тех пор память-то у вас глючит. Да. Нет, тещенька, я к чему это говорю? Сейчас, подожди секунду. Я к чему говорю? Я вас в прошлом году с 8 марта поздравил? Вот. Ну, что же 16 апреля? А зато от души. Ну и что, что? А цветы? Ну и что, что не живые? А стоят сколько? Еще может пригодятся, когда мы вас... Нет, напеемся, понесем. Нет, теща, подождите. Вот я ничего не намекаю. Что я вашего здоровья не знаю? Да мы не дождемся. Вы еще простудитесь на моих похоронах. Я извиняюсь, теща. Вот меня волнует ваше здоровье. Вот почему вы говорите в нос? В рот? А что у вас в роте? Зубки болят. Вот эти оба. Вот тоже. А я же говорил, у тещи должно быть 2 зуба. Один, чтобы открывать пиво любимым взять, второй, чтобы все время болел. Нет, это не я вам.
Это внучек ваш, он же есть мама подлючек. А мама вылитая вы, гадость. Я извиняюсь, теща, я извиняюсь. Если вы меня заберете из вытрезвителя, я вам сдам тестя. Вот скажу, где он заначкает старых хрыщ. Он столько накопил за эти годы, вы себе зубы вставите в два ряда. Во все труднодоступные места. Да. Я извиняюсь. Вы... Чего? Прячет где? Где-где? Вам в рифму ответить? Нет? Подождете. Тогда я подожду. Если вы за мной приедете, я вам сдам тестя. Едите, моя ты девочка. Жду. Все. Все. Пока. Теперь не забудь бы тестю позвонить, чтобы он заначку перепрятал.